Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Атриан. Сегодня мы с вами поиграем в мод «Растения против зомби». Короче, там вышло обновление какое-то. Я хочу посмотреть, что там за обновление. Короче, мод обновился. Так это что? Клёвый голос, короче. Подсолнуха этого. Покруче, чем Бойс, надо даже. Я сказала, ну, ноль. Следующая песня. Какие крутые, ребят. Так, сколько промахов? 3 промаха. И все я уловил, походу. Так, у нас рекламка. Так. Следующая песня. Чё? А почему все? Мы заново-то заходим. Ребята, это что такое-то? Подождите. Магнирот, верни в жизнь позитив. Не было. Ох, ребят, интернета не было. Я еле-еле открыл, а потом только в конце появился.
Так, следующая песня. Уже как-то крутая. Вот рекламу я больше всего в этом моде ненавижу. Загрузка следующей песни. У него там три песни вроде. Вот это вторая песня. Так, загрузка. Вот! Зомби! Везде зомби! Thank you.
очень любят мод маленький там. Вот где-то 5 песен. Так что последняя песня. Походу. Ну вот и последний раз глянем на этот экран загрузки. Леон Демон. 1, 2, 3, 4. Это кто? Художник? А чё, ребята, это? А, их тоже можно нажимать? 1, 2, 3, да! Понятно, понятно, всё. Давай. Да! Песня у нас не сорвалась. Ничего не произошло. Давай. А, нет, все-таки сорвалась. Давайте будем заново. Придется заново, ребят. Так. Смотрите, что я купил. Я так долго искал этот набор инструментов и нашел на Яндекс.Маркете. И там, кстати, получилось реально дешево, потому что доставили напрямую от поставщика. И доставили, кстати, бесплатно и быстро. Теперь я знаю место, где я точно не буду переплачивать. Обязательно попробуйте это приложение. Скачать его можно внизу по ссылке. Всем пока, ребят. Все, моему голосу не будет. Дослушайте песню, потом все, запись как бы выключится, я ее выключу. Короче, давайте, ребят, кидосы, чтобы не мешать вам слушать просто. Все, всем пока. Грузка идет. Ну, пока что мне еще можно говорить. Все, пока. Thank you.
все это. Пока.